Очень убедительно получилось победная команда «Святой Той». Скажите, не было сегодня скучно на воротах-то стоять? Замерз? Ну, было пару ударов, надо было отбивать все-таки. Ну, мы хотели сыграть с ними как можно, чтобы больше было голов забито, потому что мы знали, как они сыграли в первом матче, они пропустили там еще больше, по-моему, чем мы им забили сегодня. Ну, надо забивать было больше, потому чтобы выходить с первого места просто, на слабейшую команду с той группы. Доволен ты игрой своих партнеров по команде? Да, доволен, но можно было бы и лучше, потому что мало забили. Рассчитывали под 15 хотя бы положить. Цель у Айсберга на этот кубок какая? Победа? Ну, естественно, победа. Хотелось бы пройти как можно дальше, но победа была бы желанной целью. Хорошо, спасибо большое, успехов.